Здравствуйте! Вы смотрите афишу на телеканале «Самара ГИС». Меня зовут Юлия Север, и у меня для вас есть информация. Если вы хотите, чтобы эти выходные были яркими, то тогда эта информация вам точно пригодится. 26 сентября актеры театра «Самарская площадь» приглашают вас в гости. На сцене спектакль «Танец Делли». Это история любви великой танцовщицы и простого преподавателя. Это 7 коротких пьес с одними и теми же героями. И место действия одно – городская больница. Меняются обстоятельства, где столкновение людей на почве любви и чьей-то смерти производит странно-комический эффект. Не пропустите в эту субботу. Театр «Камерная сцена» в это воскресенье ставит поединок. Спектакль по пьесе Александра Куприна. 20-летний подпоручик Ромашов, волею судьбы, оказавшийся в армии, страдает от неразделенной любви к жене своего сослуживца. Даме умной, красивой и расчетливой. В спектакле сочувствуют всем. Все герои мечтают о том, чему не суждено сбыться. У каждого поединок с реальностью. Зрители усаживают на сцену на берегу реки, где и будут происходить действия. 26 сентября. Начало спектакля в 17:00. Самым маленьким зрителям и их родителям советуем отправиться в театр кукол. На сцене постановка сказки Ганса Христиана Андерсена. История о любви и зависти, предательстве и верности, дикие лебеди. Король был отцом дочери и 11 сыновей. Все было замечательно до появления мачехи. И Лизу, дочку короля, она отправила в деревню. Сыновей короля заколдовала, и они стали лебедями. Сможет ли их расколдовать и Лиза? За ответами приходите 27 сентября в Театр кукол. На сегодня все. Встретимся с вами в следующую пятницу. А пока желаю вам улыбок. До скорого!